герой социалистического труда, Плужникова Раиса Трофимовна, Звеньевая. Родилась 1 июля 1927 года в рабочем поселке политотдел Белгородского района. До войны успела закончить 7 классов. Молодость Раисы пришлась на трудовые послевоенные годы. С 1943 года, будучи еще школьницей, она начала работать в полеводческой бригаде Первомайского отделения Дмитро-Таврановского сахарного комбината. Скоро трудолюбимую комсомолку назначили Звеньевой. Комсомольское молодежное полеводческое звено, состоявшее из 5 девушек, выращивало рожь, пшеницу, сахарную свеклу, всегда показывало хорошие результаты. За успехи, достигнутые в 1946 году, молодежное звено Плужниковой было занесено в книгу почета Курской областной комсомольской организации. Раису наградили почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1947 году, в неполные 20 лет, Раиса стала героем социалистического труда. Орденами и медалями были отмечены все члены звена. После окончания курсов агрономов, Раиса Трофимовна работала помощником управляющего отделения в своем же совхозе. Потом она несколько лет работала и жила в Кадеевке. Там приумножила свои награды. С 1985 года Раиса Трофимовна Плужникова возвратилась в родные края. Живет в поселке Майский.